Луковица лилии Логибрид Белсунг порадуют в середине лета, когда на мощных стеблях распустятся роскошные воронковидные цветки. Они имеют очень крупный размер и лепестки нежного розового оттенка с более ярким центром и светлыми краями. Логибриды были выведены в результате скрещивания восточных и длинноцветковых лилий. Лилия Белсунг – яркий представитель этих сортов. Ее крепкие стебли достигают 140 см в высоту. Цветки имеют трубчатую форму, при этом их лепестки широко раскрыты и немного загнуты. Цветет данный сорт в июле-августе, наполняя сад неповторимым сильным ароматом. Лилия Логибрид Белсунг – это многолетнее растение высотой до 140 см. Лилия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания лилии прекрасно устроит открытый грунт. Цветы имеют сильный аромат. Цветок окрашен в нежно-розовый, более светлый по краям цвет. Интересные цветы лилии могут быть до 22-25 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.